Спасатели отмечают, за последние сутки они заметили подъем уровня воды в реках. Максимальный в 11 сантиметров зафиксировали на Сейме в районе села Лебяжье. Сейчас важно не просто следить, но и прогнозировать обстановку с весенним половодьем. В этом как раз и помогает модуль «Дашборд». В частности, мы отслеживаем динамику уровня воды на гидропостах. Это нам помогает аналитическая платформа МЧС «Россия». Благодаря ей мы видим параметры ледостава, снежных явлений на полях. Модуль также собирает и анализирует сведения, например, о запасе воды в снеге или глубине промерзания почвы. Масштаб ледовой обстановки помогают оценивать снимки со спутника, а вот за подтоплениями спасатели следят с помощью беспилотников. Дашборд анализирует все эти параметры, а после создает свою модель развития паводковой обстановки. Получаемые результаты – это визуальное отображение разлива воды и его площадь, количество строений и населения, а также протяженность автомобильных и железнодорожных дорог, позволяют грамотно спланировать и провести мероприятия по недопущению или минимизации последствий паводка. По предварительному прогнозу, паводок в этом году не будет превышать средних многолетних значений.